Итак, всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем записывать мобильную игру Clash Royale. Видел я роликов по этой игре очень много. И решил сделать мой видеоролик, так сказать, да. Первое, что хочу вам сказать... О, можно кейсик открыть. Отлично, давайте. Нам выпадает золото 16. X1 гоблины. Так, подрывник. Ладно. Открыть одним касанием. Так. Первое, на что хочу, чтобы вы обратили внимание, у меня есть свой клан. Недавно его сделал сегодня. Вот, и поэтому вступайте. Называется он точно так же, как и в Warface. Ddom.gaming. Но это уже нормально. Так вот. Вступайте, буду очень рад вам. Будем вместе играть и тому подобное. Итак, давайте посмотрим, какие у нас есть карты. Боевая коллекция номер... Колода номер 1. У нас есть мини-пека. Редкая вид. У нас есть молния. Вид эпическая. У нас есть подрывник. 4 уровня обычная. У нас есть гоблинская бочка эпическая. У нас есть огненный шар. Редкая. Гигант тоже редкая. Валькирия редкая. И ведьма эпическая. И еще у меня множество здесь немножечко еще есть карт. Ну, пока что вот такой вот у меня... арсенал. Небольшой, правда, но уже с кем-то мы играем, конечно, и ну, минусы даем, и хорошо. Давайте попробуем бой с вами сделать. 2 на 2. Быстрая игра. Давайте. Сейчас мы попробуем, поиграем. Если вам понравится эта игра, поставь свой лайк, подпишись на канал, я буду очень рад. И мы начинаем. Что мы первым делом запустим? Мы запустим огненный шар. Мы запустим ведьму. Давайте. Команда снова присоединилась к бою. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Чё ты делаешь, братиш? Смотри, они не наступа жмут. Я не знаю, что делать, смотри. Смотри, мы отбились. Так, отлично. Выпускаем пеку. Вообще, она... Clash Royale, вот... Вот эта вот игра, она очень четкая. Мне она очень понравилась. И я в нее буду играть, поэтому... Подходите, заходите, вступайте в клан и будем вместе играть. Вот, она очень прикольная, она очень... Не знаю даже, как сказать. Тут карточки, много видов карт. Вроде здесь обычные, редкие, легендарные, эпические какие-то. И еще вроде бы какие-то есть. Не помню. Так вот, и... Там, например, если едешь где-то, там или же дома тебе заняться нечем, устал от всяких шутеров, дотки, зомбиков, всякой баланды вот этой, и хочешь тупо полежать, развлечься, так вот, пожалуйста, вам Clash Royale в помощь. Убить время, она очень замечательная. С друзьями можете поиграть, я еще раз повторюсь, в клан вступить. Вот, блин, нас сейчас поджимают, у нас 1-1 получается, да? Блин, блин, вот это плохо, вот это очень плохо. Давай, 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 давай. А, они его сейчас отожмут его сейчас. Мы запускаем гоблинскую бочку туда. Смотри. Блин, опять поджимают. Делин, 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 делин. Давай, 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 шар. Запускаем шар. Есть, минус дал шаром, это отлично. Короче, нас жмут. Здесь очень жестко жмут. Так, запускаем ведьму. Пора ведьму запускать. Блин, нам сейчас базу расшибут. Походу, главную базу. Все. Мы проиграли этот бой. Суть такова, то что ты выпускаешь карточки. Каждая карта имеет свои секунды. То бишь, через сколько там секунд... О, запрос на реванш. Через сколько там секунд откатывается карта, и ты ее выпускаешь на поле боя. И, соответственно, этой карточкой ты... Дерешься, идешь в бой, вперед, вперед, еще раз вперед. Отбиваешься. Ну, здесь тоже надо тактику иметь. Че, блин, как так быстро так, а? Как так быстро-то? Вот, тоже надо иметь тактику. Запуск делать их надо аккуратненько. 3 секунды остается, значит, 4 секунды. 2 секунды, значит, 2 секунды. Вот, ну, это мой первый обзор игры на мобильный телефон. Вот. А играем мы на iOS 11, iPhone 6.
Ну, в принципе, не лагает игра, все хорошо. Поэтому молнию надо запустить, смотри. Молнию. Опа, разряд какой был сейчас. Блин, вот это плохо. Так, подрывника запускаем. Короче. Нас, походу, второй раз сейчас будут дрючить. Смотри. Давай. Вперед и только вперед. А, мы же выиграем 1-0. Это очень хорошо. Минута 50 у нас, в принципе, еще есть. Поэтому мы сейчас даже не будем мешкаться, а немножко даже подождем. Нет, уже не будем ждать. Нужна Валькирия. Давай. 1-1. Нам нужна бочка с гоблинами. Мы ее запускаем и даем минус 2. Счет становится 2-1. Смотри. Опа. Так, счет у нас в нашу пользу. Давай. Мне нужен дальник. А, все нормально. Можем и запустить пеку, но мы выпускаем ведьму на него. Блин, там толпа дудосов идет. Блин, давай. Ой, хорош. Валькирия вообще четко все сделала. Вот. И каждый здесь персонаж имеет свой урон, свою, так сказать, миссию. Да, чтобы дать. Блять, и опять потеряли мы молнию, короче. Просто так. Запускаем шар, и мы выигрываем эту игру. Смотри. Все. Итак, ребятки, если вам понравилось это видео, вы не судите строго. Я обсуждать игры такие вот не спец. Вот, поэтому давайте даже еще один откроем сундучек. Сундучок за кристаллы, так сказать, изумруды. Вот лучницы обновились, смотри. Можно улучшить. Да, и тут каждую карточку ты улучшаешь. Тебе дают, сундуки дают. Здесь есть квесты. Вот такие вот тут, видите, магический сундук. 75 из 300. Зарабатывай очки за выполнение квестов и получай награды. То есть ты выполняешь квесты, и эти очки попадают на вот этот магический сундук. И там может тебе выпасть одна эпическая карта. И 6 редких, вроде бы как, да? Да. Вот. Ну и как-то так, открытием и касанием. А улучшается это все вот таким способом. Сейчас вам, ну вот лучницы, например, да? Давайте лучницу улучшим. Берем, улучшаем. Такая вот у нас анимация происходит. И урон в секунду. Видите, урон здоровья и урон в секунду. И у каждого здесь есть, например, гигант. Скорость атаки 1,5 секунды, видите, здоровье, цель, дальность малая. И время выхода там 1 секунда и есть 1,5 секунды. Такой вот у нас получился видеообзорчик на игру, небольшой. Ну как, уже 8 минут, нормально. Вот. Если вам понравилось видео, то поставь лайк, подпишись на канал. И я буду дальше, наверное, ее снимать. Уже буду более тактичнее подходить к этой игре и более... Не знаю, короче, четко все будет. Давайте. Всем пока.